Ну что, Антон, как эмоции? Вообще зашкаливают, овертайм. Мы думали, уже все потеряно, но тут Валера дает треху. Это, конечно, Или вы думали, что ведя 15 уже легко все будет? Нет, мы знали, что мы проиграем эти 15 очков, но на самом деле, как бы, мы решили сделать концовку интереснее, все-таки это АБЛ. Я надеюсь, спасибо, я засвечусь в хайлайтах. И спасибо. Я знаю, как ты любишь овертаймы, поэтому я для тебя это сделал. Спасибо. Да. Ну, меня просто тренер, понимаешь, приехал, выдрал, сказал то, что, типа, если ты не сделаешь красоту, то я тебя буду корить всю жизнь. Спасибо. Да. Спасибо за красоту. АБЛ.